за честность выборов, собирает подписи и наблюдает. Вы думали, где-нибудь в нашей стране кто-нибудь что-нибудь выбирает? Даже в хит-парадах и смс-опросах на ваше мнение всем глубоко насрать. Здесь никто никому ничего не доверит. Выбрать самостоятельно и тем более проверять. Выявление пороков превратилось в терапию. Обязательно к прочтению куча статей в миллионный раз об одном и том же. О том, как нам врут в выпусках новостей. О том, как воруют и не расследуют. Какую президент снова шутку сказал. Эксперты проанализируют и посоветуют, как красиво одеться в спортзал. Когда на наших глазах кого-то увозят, мы смотрим в точку перед собой. Нам кажется, всякое может случиться здесь с кем угодно, но не с тобой. И никакими мирными шествиями ничего невозможно доказать или изменить. Никто из нас не готов ничем жертвовать. Все друг друга просят понять и простить. Деятелями культуры можно подтереться, а они готовы коллективно подписаться под любыми письмами, составленными кем надо. Сделают интеллигентно, не будут сомневаться. Красивые фото, письма в защиту, очереди с плакатами возле зала суда. Жизнь устаканилась, справедливости нету. И всех, кто отличился, ожидает тюрьма. Ведь свобода — это, конечно, ответственность за свои поступки и их последствия. Здесь нет виноватых и нету спасителей. Ваш сосед даст на вас показания для следствия. У большинства из нас короткая память, поэтому кажется, что мы умеем прощать. Мы постоянно верим в какие-то глупости и всеми силами стараемся их защищать. Жалкие и беззащитные, в сущности неуместные. Непонятно зачем мы выражаем подробно свое никчемное мнение, чтоб страницы в Фейсбуке понравиться всем. Умные мысли, смелые песни, классные фото из самых красивых мест. Может быть, смысл в смерти ошибочно прожитой жизни? Я думаю, нет его. Оптимисты твердят, что есть. Слушая наши бесконечные разговоры, кажется, речь ошибка природы. Мы реагируем на перемены в собственной жизни, словно на изменения погоды. Мне говорят, не переживай так, ты все равно не сможешь изменить среду. Наша жизнь — плохое стечение обстоятельств. Мы еще не горим, но похоже в аду.